Здравствуйте, уважаемое жюри Golden Time Talent. Меня зовут Оксана. У меня двое прекрасных детей, которые меня вдохновляют для создания картин. И не только. Рисую с самого раннего детства я, а творчество стало неотъемлемой частью моей жизни. Пишу картины под псевдонимом Арника. Арника – это такой цветок, изгоняющий все плохое и зло. Так как я сторонница всего светлого и доброго, решила описать полотна именно под таким именем. Источником для создания картин с единорожками в волшебном лесу, как и ранее я говорила, являлись мои дети. Моя дочь Адриана и сын Владимир. Невинная чистота, глаза, наполненные нежностью, детскостью. То, что я пыталась показать в этой картине. Волшебный темный лес, но в то же время это их дом. Светлячки освещают их путь, им уютно. Картина написана с огромной любовью и надеждой, что чудеса случаются.